Привет, Саня. Привет, Саня. Значит, первый подход, одно повторение. Так, это мы говорим, что у вас есть ребенки. Вода понятно, и стыдно. Сколько пауза минут? Допустим, пройти до края площадки и вернуться назад. Ну, мы без пауз. Дыхание сбилось, восстановилось. Восстановилось дыхание. Третий подход, три повторения. Четвертый подход, четыре повторения. Нюанс. Тело не бросаешь, а опускаешь. Давай. Пятый подход. Постараюсь сделать пять повторений. Пять подтягиваний, каких повторений? Неважно, какое ты упражнение делаешь, это повторение не называется. А, ну, не хорошо. Надо учить физруку. Хорошо. Шестой подход, четыре повторения. Ход, седьмой подход, три повторения. Ну ты-то вон какой тяжелый. Сколько в тебе килограмм? Сегодня взвешивался 93 килограмма. Восьмой подход, два повторения. Девятый, последний подход делается в суперсетах. То есть без перерывов максимальное количество подходов и повторений на турнике и потом дальше следи за руками. Переходим на низкую перекладину. Если на улице, это могут быть брусья. И если есть такой станок, все делаешь в максимуме. Максимум повторений. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание. Да. Пусть Санёчек... Успехов в спорте. Да. Санёчек, тренируйся.